На выставке и ярмарке «Урал Ювелир» жители мегаполиса смогут попробовать и приобрести настоящие деликатесы. К примеру, мясо из деревенской печи и еще более 30 наименований мясных изделий, приготовленных по старинным рецептам. В составе только мясо высшего сорта, соль, перец и чеснок. На нашей выставке мы предлагаем покупателям приобрести, попробовать натуральную продукцию, сделанную собственными руками, из натурального мяса, без консервантов, без добавок. На выставке ждут и гурманов. Здесь можно попробовать редкое в наших краях кубанское сало, кровяную, сырокопченую и сыровяленую колбасу. Домашняя продукция, приготовленная профессионалами, всегда отличается особым вкусом. Вот я сама дома делаю буженину, колбаску сама делаю, да. И вот я вот сравнила так. Да, здесь находятся натуральные продукты. Очень вкусно. Выставка продажи фермерских продуктов проходит в Коске «Россия». Покупатели здесь рады видеть каждый день с 12 по 15 ноября. Павильоны открыты с 11 до 19 часов.